Всем большой приветик! Мы приехали в Горизонт, в Ростов-на-Дону и встретили наш любимый канал «Приемная мама» Тамара. Мы, конечно, не ожидали, вот узнали наших любимых блогеров, вот все деточки. Малышечка, я так всегда тоже думаю, такая хорошенькая. Это вот самая маленькая дочечка. Мы очень рады были вас встретить. Спасибо. Просто супер. Желаем вам удачи, счастья, исполнения самых заветных желаний. С Новым годом, Рождеством. Желаем вам весело провести время в Ростове-на-Дону, посмотреть все достопримечательности. Мы рады, да, Владик, Алена? Очень рады. Очень необычно видеть нас со стороны. Обычно я снимаю, что поговорю. Ну, да. Все, пока. Отличного вам отдыха. Посмотрите, какая у нас красота. Вот такие мишки выставлены. Мягкие игрушечки. Они как живые, да, сынок? Да. Очень красивые. Похожи на настоящие, да? Очень милые. И пингвины. А этот малыш лежит. Посмотрите, мама с ребеночком. Владик, смотри, какая мамуля с ребеночком. Смотрите, как обнимает его. Очень похоже на настоящее. Да, реально, как настоящее. Мишка. Вот придумали, да? Очень красивая, да, новогодняя композиция. Просто прелесть. Мы еще не были в Горизонте на Новый год, да, вот и после Нового года мы в первый раз приехали. Да, потому что этого не было, это вот недавно их установили. Не было в том году. Даже не было. Мы не видели. Нет, не было. Очень красиво. Милые. Очень миленькие. Пойдемте сдавать вещи. Да. Очень красиво в Горизонте. И елка, смотрите, какая. Красивая елочка. Ну ладно, погнали дальше. Погнали. Владик, сейчас елку? Еще елочку покажем. Владик не видел елку. Смотрите, какая красавица. Да, новогодние праздники заканчиваются, скоро все уберут. Здесь такие олени стоят красивые. Готовая фотозона. А я бы хотела еще показать вот такие игрушки. Очень красивые украшения. Что? Пойдемте дальше. Я в полном восторге. Мы сейчас зашли в Зару. Здесь такая распродажа. Скидки просто супер. Можно купить классную одежду по очень низким ценам. Так да. Что приезжайте в Зару за покупкой. Мне очень понравилась юбочка. Показать, какая? Вот, смотрите. Знаете, стоимость такой юбки всего лишь 799 рублей. Неплохая, смотрите, да? Сколько стоит. Вообще класс. И, кстати, еще одна стоит. Юбка, мам, угу, которая мне понравилась. Вот это, в принципе, неплохая. Но только Элька, представляете? Да, все разобрали. Да. Это юбка шорта. А, кстати, вообще удобно, да? Стоило 2299. Поэтому их забрали быстро. Ну, кстати, еще вот эта неплохая. Но она, наверное, будет сильно короткая. Наверное, да. И она, знаете, всего лишь за 800 рублей. Цены просто класс. Ошибательные. Да. Скидки. Интересно, как долго еще продлится? Не знаю, нужно будет узнать. Да. Но я думаю, это зимняя распродажа, пока все не продадут. Так, еще мы хотим сегодня зайти куда-нибудь посидеть. Обязательно. А где наш Владик, мам? Давай поищем. Кстати, у нас в Горизонте Зара очень большая. Женский отдел и мужской отдел. А вон стоит Владик. Два больших зала. Владик, что там делаешь? А?
В телефоне? Да. Как твое настроение? Нормально. Нормально. Пойдем кушать. Посмотрите, какая скидка, Ален, покажи. Стоили 8 000. 7 999, сейчас за 2 999. Как это круто. Сделано в Испании. Ну, знаешь, будет ли удобно? Они кожаные, бычья кожа, ну, каблук, 100%. Лично я не привыкла. Ну, а ты носила каблуки, я помню. Да, вот такую шпильку, сапоги. Владику лишь бы отдохнуть, да, Владик? Да. Мы выпустим видео со скидками. Будут на наших каналах. Да. Вон там люди шапочку меряют. Так что проходите, смотрите. А еще, может быть, мы приедем завтра, чтобы что-нибудь купить. Одежду, да. Да. Пока такие скидки, знаете, да. Примерять. Обязательно нужно совершить покупку. Потому что цены просто супер. Да. Так что, может, ты узнаешь, до какого числа будут акции? А, ну хотя, наверное, пока не продадут. Скажите, пожалуйста. Пока не распродадут. Все, сказали, пока не распродадут. Угу. Так что можно. Ой, приезжать. Сколько. Ну, кстати, я там еще увидела новую коллекцию. Уже поступила. 1199 стоило. Прекрасные 3 300. Цены вообще. Короче, да. Приезжайте. А вот эти тоже красивые, да, такие интересные. Да, супер. И там вот еще, да, много. Много всего. А вот, смотри, тоже красивые. За 1600. Вот это, смотрите. Вообще. Только цвет мне не очень нравится. Стоило 3 999 рублей. Да, цвет это под кожу. На любителя, мне кажется. Полиуретан, ну да. А в черном нет? Кстати, их осталось 3 штучки. И вот такие. Да. А, это уже другие пошли. А черные вот есть. Это другие. Смотри, черные. Какие симпатичные, да? Тоже 999. 999 сарафан. Качество классное. Тянется, видите? Супер. Просто супер. И людей сегодня много. Вот смотрите, как он. Поближе покажу. Смотрите, как. Вот так. Вообще прикольно. Вырез. Да? Угу. Ну, то у кого есть грудь. 1000 рублей всего лишь. Ну что? Прекрасные цены. Качество классное. Ну ладно, что? Пойдемте. Пиджачок. Да. Классно будет смотреться. Да, все. Мы сейчас прикольно. Закончим наш обзор и пойдем, может быть, дальше. На Бон или куда-нибудь. Да. Да. Сейчас Аленка у нас покупает крем для молодых мужчин. Вот этот крем очень хороший, мы посмотрели, классное качество. Понравился Алене? Да, хороший. Да? У него очень хорошие отзывы. Еще да. Консилер взяла, вот сейчас пойдем оплатим. 540 рублей со скидкой. Ну, а вот это получается обычный крем для лица, да? Но его можно использовать под макияж. Очень хорошо, да? Под макияж, да. Вообще эта линия очень классная от Лоранс. Ее все хвалят. Конечно, стоимость дорогая, но оно того стоит. Да, лучше, конечно, пользоваться. Да, я взяла пробовать, так что здесь, смотрите, и сыворотки есть, и гели, крем. Для различной кожи, да, здесь, поэтому. Да? Да, все, я пошла оплачивать. И скидка хорошая, минус 40% да, сейчас. Да, поэтому его все и берут. Классно. Мы забежали в Макдональдс. Взяли наши любимые вкусняшки. Да. Также взяли блинчики во Вкуснолюбов. Да. С ветчиной и сыром. Вкуснолюбами очень вкусные блинчики. Да, блинчики просто мне супер. Нравится. Нравится, любишь? Да. А это кофе. Угу. Я себе взяла. Капучино маленький. Капучино маленький. Это кофе. Алена с Владиком взяли себе колу. А это бургер. Уже снимались. Да. Скоро поедем домой. Да, скоро уже поедем домой. Уже устали. И мы решили перекусить. Вкусненько, сынуль. Ну, кушай. Владик у нас кушает картошку с гречкой. Да? Мы самый любимый соус съели. Людей сегодня очень много, так как еще выходные дни. Так, ну все, кушаем. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну все, кушаем. Что, мы сидим? Очень все вкусно, мы наелись. Тебе нравится? Наелся? Да. Заказали еще блинчик для нашего папы. Так что сейчас ждем.
да. Сейчас приготовится и поедем уже домой. Бабусь. Влад, тебе все понравилось? Да. А завтра что у нас, мама? Владик лучше меня знает. Что завтра? У нас выиграл. Русское лото. Мы купили билетики. Русское лото и золотая подкова. Завтра будет лучше. Русское лото и два билета золотая подкова. А во сколько? Владик, во сколько? 8:20. А самое интересное, проснется ли Владик? Я думаю, что обязательно проснется. Владик, встанешь в 8:30? Каникулы, Владик может и в 11 встать. Да, Владун? А послезавтра начинается учеба. Уже третья четверть. Вот время летит. Кстати, правда, как все быстро пролетело. Очень быстро. Не успели опомниться. Это уже была первая четверть. Самое начало. Да, ну у Владика вторая смена. Да. Ну что, ребята, нам уже пора, мам. Да, уже пора ехать. А то мы можем... не уехать. И останемся в горизонте. Людей уже меньше становится. Все, давайте собираться. Ну все, мы вышли из горизонта. Смотрите, как красиво он украшен по-новогоднему. Все в огоньках. Да, какие-то веточки. Это здесь вот такая фотозона. Владик, ты хочешь сфоткаться? А как? Не садись! Не надо, не садись, не надо. Ты что, совсем что ли? Давай не сфоткаем. Нас сейчас выгонят отсюда. Я как раз там. Ага. Прикольно? Проходим наш любимый магазин Кюхеланд. Хорошо прогуливаемся. Угу. Очень красивый магазинчик. Еще Новый год продают. На Новый год уже распродажа. Смотрите, уже все по скидочкам идет. Ну, в следующий раз уже зайдем в Кюхеланд. Да, уже похолодало, мороз. И сейчас некогда. Уже нужно ехать домой. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши новые видосики. Ну что ж, всем пока. И удачи. Как холодно, да? Очень похолодало. Мы вышли с автобуса и очень холодно. -7 Так причем, что сильный ветер. Влад, ты спортом занимаешься? Да. А вы знаете, что наш автобус уезжает через 3 минуты, по идее? Я не знаю. Побежали, значит. Побежали. Так его вообще нет. Может быть, в выходные дни он по-другому идет. Давайте. Про русское лото уже. Я уже опять забыла про русское лото. Обязательно. Нет автобуса. А нет, стоит автобус. Мы успеем? Хоть просто. Нет, пойдем туда. Стой, Владик, красный. Кто-то помчался. Ален, он еще там остановит. Так, мы сейчас успеем туда. Успеем? Не знаю. Или пойдем туда. Да, он сейчас уже поедет. Пойдете, мам, туда и все. 50 минут еще. Пойдем туда. Быстрее, Владик. Мы не будем рисковать, короче, он тут еще останавливается, поэтому... А еще я зашла в золотое яблоко и купила себе... Что же? Мама ж показывала, очень что холодно. Я купила. Я очень замерзла. Да? Да. Да. У нас опять возвращается к нам зима. Да, потихонечку, помаленечку. Помаленечку. Да. Мама, знаешь, какую я хочу пойти в эту студию? Какую? Она где-то вот здесь. Вот он, балкон ее. А, вот эти балкончики? Да, вот эти балкончики. Два балкона, да? Ну, вот эта студия. А, классно. Может, туда пойдем?
Давай сходим. Я выиграла бесплатно макияж. Как раз вид красивый. Ой, блин. Ой-ой-ой. Как я испугалась, у меня чуть ли телефон из рук не упал. Новый год отмечают. С Новым годом. Ой, блин, как холодно, холодно. Где наш автобус? Короче, надо было нам туда идти. Да, ладно.